Посмотри, полный, полный прицеп. Полный лебеди, утки. Полный, рессоры аж выгнались в обратную сторону. Блин, боль, килограмм 600. Это все сдохло на поле, представляешь? Это вот мышей травят. И это второй прицеп. Вчера Андрюха тоже чуть поменьше, но насобирал еще столько же. Это он не просто собирает, это для прокуратуры, для МВД, для охотнадзора. Все это там запустили процесс. Ну это просто кошмар какой-то, посмотри. Полный прицеп. Это вот мы сейчас проехали, за 40 минут собрали. Вот результат. Несколько десятков уток дохлых. Вот птица плавает, вообще не боится. Она уже отравлена, погибает. Озеро Волчьи Ворота. Новосельский район Старобойского края. Сегодня 18 декабря, да, 19. Вот, принципиально вышел на лодке показать, что творится, куда смотрит Минком природы, вообще егеря. Что это травят мышей на полях. Не знаем чем. Что за страшная там химия, яды. Очень много погибшего зверя, заяц, лиса в степях. Находим фазанов, которые клюют зерно, едят. Те же лисы едят мышей отравленных. Вот это количество уток, только метров 150 я прошел понад камышом и собрал. Не считая того, что там внутри в камышах еще много трупов птиц. Падеж колоссальный. В этом году радовались, что много птиц, она восстанавливается более-менее. Вот популяция дикой утки нет. Ни хрена ничего не восстанавливается. Это будет сильный урон. Ребята также созваниваются, говорят, пишут, что в других районах такая же катастрофа. Вот Александровский район, Гружовское водохранилище. Тоже море трупов. Я не знаю, как действовать, как пресекать этот бардак. На полях сыпят цинк. Хотя он запрещен для отравли грызунов. Ну, плевать, какую только химию не применяют. Ну, вот результаты. Здесь вот я их прошел понад берегом вот так. Этих уток диких и чаек просто, в основном утка, просто сотни, может быть и тысячи. Там в хвосту вообще камыши полные дичью. Не знаю, ребят, распространяйте это видео, показывайте. Вот, вот она оглушен. Ну, она вот, я к ней подошел на лодке, она от меня не отплывает. Ну, буквально на следующей клетке подъехали. Отравы море. Море отравы рассыпано всякой. Вот лесовин дохлый лежит. На запрещенном участке. Никто тут не охотится. Большой лесовин прошлогодов. А вот что все видели, вот глядите, сколько всякого тут травленного. Какие-то шарики, непонятно. Ну, в общем, не проблема тут нажраться даже дохлых мышей и подохнуть. 63-й. Ой, ужас, ужас. Я первый раз в жизни такой вижу. Ну вот такая у нас началась беда сегодня. Значит, поступил сигнал Самобатайского охотничьего хозяйства Кагальницкого района Ростовской области от охотников. На цися лесополоса и возим полян. В результате обследования буквально двух, там, трех полей собрали. Вот, пожалуйста, 10 зайцев. Значит, все зайцы целые, внешних повреждений никаких нету. Также на одном из полей, буквально недалеко от зайцев, было вот собрано, прям насыпанное на поле, видимо, зерно, которое используется для отравления мышей. Сегодня 18 декабря 2022 года. Вот, выехали покататься и вот увидели такую картину, конечно, ужасную. Это соленое озеро между Донской балкой и Просянкой. Вот, кто в курсе, вот это как бы вот такое озеро. Так вот, такая картина тут, конечно, я сначала думал, что эта вода отошла и камни получаются. Оказывается, что это журавли. Весь берег услад журавлями. Картина, конечно, не очень приятная. Это, видимо, такие вот, как
мы видели только по телевизору, показывали. Отрава очень сильная от мышей. Вот такие большие птицы, взрослые. И вот так, вот такая вот картина. По всему озеру услана. То есть я даже не знаю, здесь их тысячи. Здесь даже не сотни. Что с кобелем? Шли-шли, падает, нахуй, шатается. Мышу сожрал, блин. Подбирал одно, то там поймает, то... Пошли, господи, давай, скорее. Что такое?